Всем привет! Сегодня немножко необычное прохождение. Сегодня поиграем немножко в Spintires Mudrunner. Просто потому, что я огромный фанат Spintires. И мне его не хватает, я в свой лет уже не играл в Mudrunner. Вот. Будем проходить карты всякие. Сегодня, думаю, пройдем только одну карту. Думаю, скорее всего, вот эту пройдем. Потому что я поиграл на Rocky Hills, мне эта карта вообще не понравилась. Не знаю почему. Поэтому, скорее всего, будем играть на этой. Скорее всего, возьмем себе какой-нибудь... Что? Скорее всего, возьмем себе... Блять, что бы взять? 43... 11... И 43-10. Ну, 43-10. Он о нем уже катался, до этого мне он понравился. Так вот. Сегодня пройдем старую добрую карту Волкана 2016. Это, кто не в курсе, это оригинальная карта из оригинальной игры. Первый Вулкан. Вот. Вон она крутая карта, собственно, поэтому ее пройдем. В отличие, кстати, от большинства карт, вот эту карту я знаю почти наизусть. Ну, как почти наизусть? Ну да, почти наизусть. Я на ней раньше очень много гамал. А потом просто взял да забил. Надо гараж взять. 2 очка гаража. А сколько надо разблокировать? 4. То есть это надо взять... Блять, чем отличается тогда обычные гаражные части? Или просто здесь нет? Вот. Типа 2 очка гаража. Так или... 2 очка гаража. Так. Ну нахер, я писал, поставлю. Так, хорошо. Надо. Надо себе с собой прицеп взять. Ну конечно же, поставьте свой киллы могу правильно. Да что. А, блять, я вообще суги беру, блять, это вообще не тот прицеп. Или это. Или теперь это выглядит гаражный прицеп. Я же, блядь, забыл на самом деле. А, вот как он выглядит. И оно забаговалось. Ну, блядь, чудесно. Ну, блядь. Может, ты выскочишь из земли, а? Блядь. Хорошо, попробуем так. Ну слава яйцам, оно поставилось. Так, по-моему, тебе надо ехать. Хотя назад надо нам ехать. Если мне память не изменяет. А именно вот туда. Мне кажется. Что-то мне так просто подсказывает. Сейчас это выходит к воде. Да, 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 все правильно. Ну и вот и хорошо. Вот и чудесно. Скоро, скорее всего, на канале будет выходить еще больше спинтайрсов, потому что если меня понесло на спинтайрсы, то это надолго. Это все, это. Сейчас буду проходить заново все старые карты, буду перепроходить первые спинтайрсы. Ну, точнее, реальные спинтайрсы, а не мудорунеры. Ну, посмотрим. Если, скорее всего, буду проходить первый спинтайрс, то, наверное, вместе с первым спинтайрсом я буду проходить всякие челлендж-карты, которые... Раньше были довольно крутые, такого чувака, как Вото. Если кто не знает. Ну, думаю, многие знают, кто гамал Spintires раньше. В году это к 15-м, там, 16-м. Довольно крутые карты выпускал.
Я, скорее всего, буду на казуале, потому что на хардкоре АК-реализме играть, ну, запись, ну, это неприятно. То есть там очень много таких аспектов, то что, например, ты не можешь улететь в гараж. Тебе надо брать другой грузовик и тащить себя другим грузовиком. Или, например, нельзя, по-моему, ездить с дифференциалом постоянно, потому что будешь летать с дифференциалом, у тебя он сломается. Ну как сломается, тебе будет урон наноситься. Просто как и в реальной жизни. Что довольно логично. Нельзя с заблокированным дифференциалом ездить там, где надо. Там, где, точнее, не надо. А в кажуале можно его включить и забыть о нем. Это должно было произойти. Блин, блять. Хорошо. Давай. Еще надо будет какой-нибудь приподнятый Урал. Там потом. Когда уже можно будет бревна таскать, потому что на этой херне бревна таскать не очень удобно. Это так. Для городных частей и на разведку. А на бревна надо было какой-нибудь крас брать. Или какой-нибудь Урал. Ну, попробуем пройти как есть. Боже, спустя лет 10, наконец-таки, выехал на более или менее приемлемую дорогу. Скорее всего, в этом прохождении вы будете видеть, как я... сможете заметить, как я буду использовать передачу 1+. Очень много ее буду использовать. Те, кто говорят, типа, что она не работает... Она работает. И вот, ну, так и дает, даже можно сказать, автомат. А на, например, всяких грязевых дорогах, где надо ехать, например, без остановки, лучше просто врубить 1+ и полететь в закат. Сейчас главное не удариться. Блять, ударился. Ладно. Хорошо. Ну, собственно, это уже не важно. Уже почти приехали к гаражу. Гараж находится... скорее всего, курсора не видно. Короче, гараж находится на другом берегу там. Мне кажется, и в первой части здесь было гораздо больше грязи на этой дороге. Что-то мне подсказывает... Да. Тут было гораздо больше грязи на этой дороге, чем сейчас. Но, собственно, я не жалуюсь. Меньше грязи, нам лучше. У топлива, мне кажется, больше камушков стало. Ну, тоже ничего. Ух ты! Восьмиколёсник. Вау! Масса 7310. Так, еще цаца. Так, все. Открыли гараж. А теперь надо думать, что делать дальше. Дальше лучше, скорее всего. Пооткрывать бы все эти вот, блять, пустынности. Но на это надо какой-нибудь маленький грузовичок. У меня таких нет, у меня что-то такое вот. У меня на него был немножко другой план. У меня был из него план сделать топливный этот грузовичок, чтобы таскать солярку. Топливо надо. Ладно, чё, поехали за топливом. Да, скорее всего, сейчас на этом поедем за топливом. Там разблокируем еще один восьмиколёсник, если мне память не изменяет. Который 537-й ВАЗ, по-моему. Из него же как-нибудь начнем возить бревна. Ну, посмотрим.
Так, тебе надо, по-моему, поставить такое и вот такое вот. Да. Еще желательно колесико какое-нибудь поставить запасное. Типа. О, такое вот. Хоп. Ну во. Так, как нам лучше поехать сейчас на заправку? На заправку можно поехать ебанутым путем вот так вот. Можно поехать еще более ебанутым путем в обратку. Хотя нет, в обратку даже будет легче ехать. Сейчас объясню почему. Потому что, если мы поедем в обратку туда, нам не придется так сильно по грязи ездить. Да, это может занять немножко дольше времени. Хотя даже нет, может быть даже меньше времени займет. Я, честно говоря, не помню. Но, по-моему, грязи будет гораздо меньше. То есть, меньше будет этой ебли с дрочительством передач. Меньше будет дрочительство дифференциалов полного привода. Но это не точно, опять же. Потому что хрен знает, что на этой карте было изменено. С тех последних пор, как я гамал на ней в оригинальных колесах. Пока что что-то как-то все одинаково. Может быть, конечно, что-то выглядит по-другому. Скорее всего, вот эти вот холмики, по-моему, их раньше не было. По-моему, здесь просто была прямая дорога. Но, если я не ошибаюсь, если будем ехать через вот здесь, то там дальше будет нихуёвое такое болото. Не болото, даже такое, а залив, через который надо будет аккуратненько проползти. Может, что-то и путаю. Так, не понял. Этого раньше не... О, блядь, куда я уехал? Не, этого раньше не было. Карту они изменили знатно. Я вот теперь гадай, куда ехать. Надо бы открыть вот это вот, и потом ехать на заправку. Блин, что я сделал? Так вот. Да? Да. Опа, а там грузовичок стоит. А что это за грузовичок? Ты кем? Это КРАЗ! Это же КРАЗ, да? Да, это КРАЗик. 255-й. Нет. Да, это он. Ух ты. Что-то мне кажется, он убитый. Да. Без бензина. Нет, на нем мы не поедем. Потому что... Во-первых, у меня... А, нету бензина, его заправить. Б, нету его... Вещи отремонтировать. Хорошо. Поехали тогда пока что на нашем Зелестре с первым искать заправку. Чтоб солярки залить. Ой, блядь, понахватал урона. Ты не ищем, скорее всего, об камушки эти. О, первая передача. И он просто, блядь, чешет. Только так. Вообще не думаю застревать. Вот, у меня теперь такой вопрос. А как я попаду на заправку с этой стороны, если там гора? Еще надо выезжать. Да-да-да. Надо объезжать ее все-таки. Ладно, поехали, объедем. Ну, кстати, а вот та самая вода, о которой я говорил. Что-то остается неизменным. Но если я правильно помню, воду можно было пройти тупо... Да, надо просто ехать прямо, и оно само пройдется. Тут не особо-то глубоко. Блять, ну едет, конечно, оно медленно. Ой. Не, нормально. Сиди, я начал с водой знаком. Он, блядь, подпутал, что ли? О, сейчас, сейчас заплатим, сейчас не реки. О, не-не-не. Нахуй надо. Блять, все-таки карта немножко поменялась.
Раньше здесь можно было просто поехать вперед. Типа. Кстати, а ну-ка. Там глубоко. Здесь. Да, не, здесь что-то дохуя глубоко. Вот это. Вот я пытался поехать. Ух ты ж, блядь! Давай, 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 че, будем вставать. Можно его нахуй на берег плыть. Хотя уже почти переехали. Ну, колечки видно. Я какую жопу я заехал? Полу не. Надо назад. И надо. Вот это. Все, встали, да? Нет, едем. Еще, дальше. Че, сейчас поедем. И не такой херней страдали. А может быть уже не проедем. Ну не победи меня, ты же первый. Ты же можешь, это же. Все, у меня есть каски. Бля. Хорошо, пробуем. Как мы по берегу объехать? Блять, понял, понял мысль. Вот, нахуй себе, как же объехать. Ой, блядь, сейчас будет. Нормально. Да, тормоз. Вот. Замечался немножко. Так, ну, еще подошел Dangerous Hot Level. Следующий пульс вырос, еще свой путь. Все, нет, нормально. Так, хорошо. Что нам это дало? Это нам дало то, что мы переехали через эту Балясскую речку. А заправка-то находится за горой. То есть она сейчас будет объезжать это все дело. А я на этой новой карте даже не знаю как. Раньше можно было просто проехать прямо, и там был... Как этот пляж, там можно было по пляжу проехать, по песку. Тут сейчас будем вслепую тыкаться, пока не найдем правильный маршрут. Я ж там справа не проеду, да? Там какая-то ебунта высокая гора. Хорошо, тогда поехали аккуратно прямо. Тут сейчас будет... Нихуевенький такой спуск. Кстати, скорее всего, на пляж, да? Ой, бля, только не перевернись, ты чё? Не вздумал переворачиваться. Деревья тоже целовать не надо. Не, невкусные. Да, поменяли карту, конечно, немножко. Но... Вся херня. Главное, блядь, не заглохнуть. Что ты, блядь, делаешь? О. Я если бы скорее всего ехал по другому пути, уже бы доехал. Через грязь, говно и сопли. Ну ладно. А тут веселее. Все. А тут так и должно быть. Выделение. Разной земли. Красиво сделано, о чем не скажешь. Вот и дорога, все, бензин есть. Ну, почти осталось только доехать на горку. Но это уже полдела. Самое главное, что мы это ебучее болото преодолели. И преодолели... ёбаный песок, где можно было застрять. Теперь осталось только заправить себя, заправить цистерну, и уже на восьмиколесных грузовиках бревна таскать. А это вообще не весело. Тут на этой карте таскать бревна. Тут есть маршрут, ну, коротенький маршрут, на котором даже восьмиколесники застревают. Я им поеду, потому что другой путь, ну не, он слишком длинный. 535. Здравствуй. А, я говорю 537. О. Все-таки тут 35-я модель. Один хер, они одинаковые все. Так, тебя надо заправить или нет? О, тебя надо заправлять. Чудесно, расчудесно. Тогда сейчас... Че я стою? А. Отгоним этот грузовик куда-нибудь, например, сюда.
Все. И на этой штуке поедем в гараж. Ставить на нее бревновоз. Хотя можно, конечно, резнуться в гараже, но это не весело. Это так себе. Что за там? Какой-то, блядь, свет был. Ладно. Если какой-нибудь живет, сейчас как выйдет, пизды наваляет. А, блокпост! Че, блядь? Не понял юмора, надо открыть карту. Блокпост? Что он там забыл? Блядь, что за дерево посередине дороги? Так ночью въебаться можно. Какие-то уже подъебки от разработчика. Спасибо, спасибо. Если мне не изменяет память, этот восьмиколесник может искать самые длинные бревна. А может быть и не может. Medium, short. А, он может только средний таскать. О, ну это вообще как-то, блядь, неинтересно. Нет, что-то я, блядь, какую-то херню сделал. Стоп. Medium, лог трейлер. 4 очка. Что? 3 очка. 7 очков. Вы, блядь, сейчас издеваетесь? На него нельзя поставить обычный человеческий, блядь, длинный распуск? Ой, блядь. А на какую тогда машину можно поставить распуск? Вот, блядь, на это что тебе можно поставить? Ну-ка, ты. Ёбаный монстр. Удиви меня. Ой, камера. Камера, блядь, живи. Advanced Trailer Hit, что? Цистерна, топливо, херня, херня. Log Carrier 4. Еще 4. А, теперь, типа, можно на этой херне таскать. А, в смысле, пойдешь на трак пропернуть? Солярки напились, что ли? Блядь, скиш, блядь. Вот так тебе нормально? О, есть контакт. И, конечно же, оно проваливается. Нет, не провалилось. Хорошо. О, блядь, секундочку. Дико извиняюсь. Тут немножко... Мне помешали, скажем так. Ладно, в любом случае, на чем остановились? Эту херню надо заправить. У нее, блядь, 200 литров осталось из 800. А это жопа. Потому что на нее... Хотя... Главный вопрос вот в чем. Можно ли здесь логстейш? Можно, чудесно. Если могу на этой громине подъехать туда, там меня загрузят автоматически. Что мне, собственно, и надо? Я не хочу вручную грузиться. Если минус, скорее всего, придется сейчас на этом зеле доехать до Чудова и заправить. Потому что 200 литров туда и обратно, это, блядь, конечно, роскошь. У меня вопрос тогда, а вот если... Они поменяли все вот, как это, дополнения на машины. Ты можешь бревна таскать большие? Кран, херня, 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 блядь, все херня. Вы, ага, можешь 3 таскать. Можешь таскать средние. И все. Тогда, может быть, нахуй масс поставить на него, на этот КамАЗик, какую-нибудь среднюю бревновозку, типа,
Ведь даже без крана, например. Такую вот штуку. Лок карьер, ну, ой, блядь. Нет. Ты не человек, ты, блядь, машина ёбаная. Вот ты. Сейчас будем тебя догнать. Тогда манал я эти, блядь, ваши мазы, которые жрут по 30 литров топлива. И Путин стоит в лесу, а я тогда поеду вот на этой чудесной цаце. Цаце. Значит, надо быстренько развернуться. Правда, у нее проходимость сейчас будет, блядь, такая маленькая на этой жопной карте. Вот. Ну что, будем таскать средние бревна туда. А этого монстра можно будет сделать рем-часть, типа, чтобы вытаскивать из говна с краном. Да, нормально, так и сделаем. Хорошо, поехали за бревнами. Какой интересный геймплей. Вот многие люди не любят всякие там спентайрсы, мудранеры. Мол, обкуренная игра для обкуренных игроков. Блять, сидишь целый час, двигаешься, ну, блять, проехал 5 метров типа за час. А чё вы хотели? Это ёбаная тайга. Вы возите бревна. Вы чё, в Need for Speed зашли? Нет. А потом еще люди пишут, типа, фу, блядь, купил игру, игра говно, медленная. Ну да, блядь, игра медленная, ну а чё? На спорткарах же бревна таскать. Ох, мне не нравятся эти дороги. Сейчас как нагружусь дровами, так как лягу на пузо здесь. И все. Уже больше никуда не поеду. Сейчас все, скорее всего, будет очень долго дрочиком. Аля. Поставьте ваш грузовик правильно. И вот тут, собственно, правильно хер поставишь. Ну, там есть пенечка, чтобы дернуть прицеп, если он криво встал. Так надо, по сути, с первого раза попробовать. Иначе, если будешь давать назад и, типа, пытаться развернуться, есть шанс того, что заломит прицеп, и уже тогда никуда не уедешь. Блять, ну как сейчас. Ну. Ой. Расположите свою херню правильно. О, есть контакт. А теперь мы едем обратно. Ясно, можно здесь вот проехать? Не, ну нахуй не буду рисковать. Поедем тем же путем. Блин, бля, ты был... Сука, так, а у меня ж крана нету. Сейчас пойду еще, хуй, ой, блять, так ему повезло. Блять, ёбаное бревно выпало. Ну вы понимаете, да, что эта игра, она, блять, заябывает. Поэтому в нее никто не играет, типа, блять, сложно. Блять, надо было брать кран все-таки. Ну чё, блять, дубль 2. Нахуй за дорогу, поедем здесь. Посмотрим заодно, куда она ведет.
если я еще на нее сейчас заберусь. Она ведет. Это, ух ты ж, блядь, тихо. Это какой-то, блядь, объезд хитрожопый. А объезд в куда? Блядь. Это объезд того дерьмища. Ну, чудесно. Блядь, только бы здесь не перевернулся. Сейчас еще второй раз. И вот таким хитрым образом мы объехали всю грязюку. Ну кто? Мы молодцы. Ну, тут еще опасный момент. Тут немножко под наклоном горка идет. Но если все правильно рассчитать. Да, можно проехать. Если, кстати, правильно, то тут есть очень высокий шанс просто перевернуться на бок и выходить нахуй из игры, удалять ее и, блядь, никогда не вспоминать. Потому что будет гореть пердак. Ибо, блядь, заново проходить этот путь нахуй надо. Мне повезло, что я смог завестись, когда первый раз перевернулся. Но, на самом деле, я-то уже думал, что все, приехал. Но нет, игра мне дала второй шанс. Как немножко быстрее. Все равно прямая дорога. Сейчас около берега надо будет остановиться. Чутка надо заправиться. Потому что... Это правильно. То есть, это не помешает. Я, конечно... Уверен, что я смогу и добраться на 90 литрах. Хотя, блядь, нет, не доберусь. Я еще не знаю пока эту карту. Ну как, знаю. Я знаю эту карту, но эту карту не знаю. Какой там каламбур. Я помню... Ух, здесь можно разблокировать зону. Я помню, в оригинальном Спинтерсе можно было сократить дорогу по берегу. Можно было по берегу доехать, типа, куда-нибудь туда, вот вдаль, и там был подъем. Если это же самый подъем в этой версии игры, я не знаю. Все, встанем здесь. И... Собственно... Быренько дозаправим его. Омае ва му синде иру. НАНИ?! ОВА ТАКУМИ ДЕКИЗЕБУ! Ну вы понимаете, да? Вы понимаете, что эта игра, она любит, когда в нее играют. Поэтому, блядь, малюсенькая, блядь, брёвнышко нахуй разносит в пизду кабину ебаную. Ну ладно, чё, по взору у меня хотя бы есть этот грузовик с своим комплектом. Так, блядь, хорошо. Все равно красный. Сейчас будет, блядь, пердеть и громыхать через все отверстия. О, блядь. Фейерверк пошел. Ну, давай, тяни. Или это уже трудно? Чтобы ты тупо дотянул до открывайки он той. Остальное посерить. То надо будет на каком-нибудь восьмиколёснике с моим комплектом сюда доехать и отремонтировать. Что-то, ну за пиздец, блять. Все. Блокпост. Типа, блядь, нахуй нужен? Вот пас.
чё? Ладно, блядь. Мне оно вообще не нужно. Поехали по берегу. Слушайте, мне кажется, на этой карте даже еще будет легче добраться до лесопилки. То вот... А, опять же, наверное, кусор не будет видно, но если видно, то вот там вот раньше была горка. Вот именно вот, вот там вот, посередине. Там вот. А теперь, мне кажется, даже не придется на горку залазить. Просто можно будет проехать, как ни в чем не бывало. Главное доехать. Да, мне кажется, заезд на пилораму будет ехать гораздо и гораздо легче, чем на той же оригинальной карте. Так. Здесь протиснусь. Ты ж. Да? 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 Да. Чудесно. Бля, только не перевернись. Стоп, куда? Наверное, направо все-таки. А, флажок. Только не встрянь, а. Блять, камушки мои родимые. Что ж вам... Что ж вы, блять, везде проскиданы? Ну давай. Да, конечно, здесь будет немножко поменьше гемора. Но его все еще хватает. Так. А, можно было просто объехать. Ну, то сейчас, может быть, поедем по объезду. Зато сейчас быстренько откроем. Здесь. И аккуратненько. Блять, кабиной бы не задеть. Все-таки задел. Вау, все, блять. Фу, довез. Птички полетели. Все. На сегодня это все. Это была первая часть прохождения этой карты. Я, конечно, думал, когда все будет гораздо быстрее, но нет. Все. Всем спасибо, всем пока. Вторая часть выйдет очень-очень скоро.